Людмила Евгеньевна, в эти дни мы много говорим о событиях 50-летней давности, когда 21 августа 1968 года войска Варшавского договора вошли в Чехословакию. 25 августа, через 4 дня, на Красную площадь, на Лобное место, вышла легендарная восьмерка людей, которых потом назовут советскими диссидентами. Наталья Горбаневская стала по каким-то странным стечениям обстоятельств ключевой фигурой в этой группе. Хотя, казалось бы, не являла собой такой образ активного борца политического и так далее. Да? А знали о ней, как собственно, о начинающей поэтессе. Это слово она не любила, но мы поговорим об этом позже. А гораздо больше знали о Литвинове, о Бабицком, о Ларисе Богораз. И тем не менее, вы в качестве ключевой фигуры все-таки для своей книги выбрали именно Наталью Горбаневскую. Почему? Только ли это литературное родство? Нет, 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 конечно. Дело в том, что мы с Наташей дружили с моих 18, с ее 25. То есть это 50 лет почти нашей дружбе было. И никого из этих людей, которые с ней тогда вышли на площадь, я не знала. Угу. Я знала только Наташу, она была близкой моей подругой. Подругой-поэтом, потому что я в те годы баловалась стихами. И надо сказать, что Наташа меня в некотором смысле остановила, потому что рядом со мной начинающей она была уже вполне зрелым поэтом, и я как-то из чувства масштаба я как-то потихонечку это занятие закрыла. Ну, не совсем, признаюсь, что не совсем. Но, тем не менее, Наташа была человеком, который имел очень большое влияние на мою жизнь, оказал. И, естественно, что книжка могла быть написана только о ней. И называется эта книжка «Поэтка». Это то слово, которое она как бы себе сама выбрала, потому что она не любила слово «поэтесса», а польское слово «поэтка» ей нравилось. Она же вообще была славистой, и польский был ее одним из тех языков, которые она хорошо знала. Откуда-то я из-за границы, из жаркой, возвращалась в Москву, а здесь уже выпал снег, и я смотрела и любовалась красотой вот этой заснеженной природы. А всегда, когда такая красота возникает, у меня условный рефлекс, как у собаки Павлова. Я вспоминаю одно очень давнее стихотворение Наташи. Оно начало у меня крутиться в голове. Очень похоже, кстати, на то самое Домодедовское предместье. Да? Ну, да. «Земля моя, как ты красива! Я в лампу налью керосина, земля моя, как ты красива!» Вот это вот стихотворение, и у меня какое-то слиплось это. Когда мне хорошо, и когда я вижу что-то красивое, это стихотворение начинает крутиться у меня в голове само собой. Когда я приехала домой, то первое известие, которое я получила, о смерти Наташи. И я в это время сидела и писала последний свой роман. Я его отодвинула. И к годовщине Наташиной смерти вышла книжка, которую я написала о ней. Она и называется «Поэтка». В каком-то смысле мне очень везло с юности на людей. И сейчас уже большая часть тех людей, которые на меня влияли, с которыми я дружила, которые мне оказывали честь дружбы, их нету. И Наташа была одним из последних людей этого, в общем, уходящего уже вполне поколения. Я и сама-то всегда была младшей во всех компаниях, потом в какой-то момент обнаружила, что я уже старшая. Вот. Поэтому для меня было важно написать эту книгу. И не с точки зрения меня, Люси Улицкой, а с точки зрения ее места в жизни. Места в жизни очень многих людей, места в жизни общества нашего и места в жизни страны. Потому что, конечно, Наташа человек маленький, физически. Она маленькая. Да, конечно. Да, она хрупкая, да. Она принципиально маргинальная. Вот у нее никогда не было желания занимать какое-то значительное место в жизни. И вот это ее полное равнодушие к славе, успеху, собственному значению, весу, оно в ней было очаровательное.
И я знаю очень много людей, которые несоизмеримы с Наташей ни по дарованию, ни по масштабу личности, которые, надувая щеки, придают себе огромное значение. Наташа была исключительно простая и естественная. У книги ведь более широкое название, да, поэтка, книга о памяти Натальи Горбаневской. Вот это о памяти вообще меняет угол зрения. С памятью о Наталье Горбаневской, ну, мы вроде бы разобрались, здесь не требуется никаких комментариев, да. И вот совсем другая история с памятью тех, кто был рядом с ней, дети, друзья, коллеги и так далее, да. То есть это книга, как вы там пишете, о частном пространстве людей, которые оказались причастны к судьбе, собственно говоря, да. Часто ли приходится себя одергивать, работая с частным материалом, да? То есть не возникает ли каких-то этических таких проблем? Очень даже возникают. И должна вам сказать, что как раз с Наташей мне было легко. Вот писать о Наташиной жизни и даже о ее частной жизни мне было легко. Это не значит, что я ничего не оставила за скобках. Мне было что оставить за скобками. Но понимаете, там была какая-то прочерчена совершенно потрясающая линия. В этом смысле Наташа избранник, но подумавши, я подумала, что каждый из нас избранник, что все-таки вот каждая судьба безумно интересна. Наташа вышла на площадь с трехмесячным оськой. И уехала во Францию, уже мальчик подрос, она отсидела свое в психиатрической больнице, принудительное лечение, чудовищное, вероятно, худшее, чем лагеря, которые достались ее подельникам. И в этом году мы похоронили Осю, он не дожил до 50 лет. И я подумала о том, что вот как великодушна к ней судьба, что она умерла до того, как ушел ее сын. Потому что вот этот удар не пришелся на нее. И как мы оказались все связаны. Иногда я думаю, что у меня личной биографии, собственно говоря, нет. Что она вся описывается биографиями людей, с которыми я общалась. Наверное, любого человека можно определять через круг людей, которые с ним дружили, которые его любили, которые с ним общались. Наташа так безусловно, потому что круг общения ее был огромный и прекрасный. И даже мне немножко досталось от ее мира. Мне показалось, когда я читал книгу, что это книга о мелочах, а я вообще с детства склонен копаться в каких-то таких деталях, да. Ну, причем о мелочах, которые составили, я выражусь пафосно здесь, человеческий подвиг Горбаневской, да. Ведь ее подвиг не исчерпывается только выходом на Красную площадь с трехмесячным Осиповым. Да нет, но были хроники, же хроники текущих событий. И это было потрясающе совершенно. И надо сказать, что уже когда Наташа не стала, и я стала заниматься темой сам издата, тогда совершенно намеренно, и совершила для себя удивительное открытие, что, по-видимому, сам издат в России существовал всегда. Потому что, скажем, Пушкин читал Радищева в списках. Потому что «Радищев» был опубликован много лет после смерти. Да. И вот это вот чтение в списках, это, значит, Пушкин. Потом недавно совсем я набрела на совершенно восхитительное письмо Циолковского, который издавал свои брошюрки за свой счет крохотными экземплярами, рассылал друзьям. И в письме он пишет: «Я вас прошу, размножьте и пришлите мне один экземпляр, а остальные 5 раздайте». 30-е годы, Циолковский, про политику вообще ни слова. И вот, понимаете, что-то такое серьезное и очень глубоко прописанное в нашей культуре. И Наташа, конечно, со своими хрониками текущих событий, она, конечно, была первым, кто сделал регулярное издание самоиздатское. Это был один из первых периодических выпусков. Он был политический, он был общественный. И надо сказать, что потом многие годы
Ну, было очень много такого рода уже изданий. Ну, к нам стали попадать вестники РСХД, которые тоже, по сути дела, были периодическими изданиями более литературного направления. Будут написаны диссертации когда-нибудь о том, как развивался в России сам издат и что он значил в жизни общества и в жизни страны. И Наташа там будет, конечно, на первой странице. И Наташа, и Алек Гинзбург, и несколько есть людей, которых уже никого нет. Ну, вот Павел Литвинов, может быть, еще последний. Который, кажется, собирается приехать вот вскоре. И, конечно, это все это герои нашего времени. Нашего времени, в котором я жила, время, которое было потрясающе интересным, надо сказать. Возможно, это будет одна из первых диссертаций, ну, какая-то из них, да, о знаменитых супчиках. О супчиках, из которых она вылавливала фасолины, из-за которых Копейкина была изжога, да, там о Бароныче, полезном евреи, как он сам себя называл, об этой игре в шлейфер. Ну, сейчас я заплачу, потому что вы знаете историю последнего супчика. Конечно, да? Знаю, да. Конечно. Потому что Перец в день накануне смерти, она последним своим супчиком угощала друзей, потом открыла компьютер, написала последний пост, легла и не проснулась. Все. Подперев кулачком щеку, да. Да, да. Супчики как бы через всю ткань книги проходят, но огорчило, знаете что? Нет рецептов. Так, сейчас я вам открою ужасный секрет. Да. Дело в том, что мы жили с Наташкой неподалеку всегда. Она же здесь жила на Соколе, а я тогда жила еще на Белорусской, наверное. Mm-hmm. В общем, мы довольно часто виделись вот так, мимолетно, проходя, проезжая мимо. И однажды я ее накормила печенкой. Угу. Значит, она пришла, я какую-то готовила печенку. Печенка по-улицки, да, мы это знаем. Да, но дело в том, что она про это забыла. И этот рецепт она называла совершенно плагиаторски «печенка по-горбаневски». Но когда я ей напомнила, она вспомнила, что да, действительно, я ее научила готовить эту самую печенку в сметане, и с тех пор это называлось «печенка по-улицки». Вот, по-моему, Роман Тименчик, которого вы цитируете в книге, назвал Горбаневскую прямым поэтом, если я верно помню. Да. Вот как вы думаете, вот такие события, как на Красной площади, как выход на Красную площадь, они выпрямляют поэта? Вы знаете, дело в том, что Наташка, она была потрясающе вообще прямым человеком. Вот она ведь была довольно конфликтным человеком. Я думаю, что я одна из очень немногих ее подруг, с которыми она никогда не ссорилась. И это не за счет ее хорошего характера, это за счет моего хорошего характера. Вот. И причины ее конфликтов, особенно в молодости, к старости, кстати говоря, она стала гораздо мягче и терпимее. И причина была именно в этой ее прямоте. Ее прямота была прежде всего человеческая, поэтическая потом. Но она так была устроена. Это замечательное устройство, и я думаю, что она его унаследовала от своей мамы Евгении Семеновны, которая типологически была очень ей близка. При том, что у них были сложные отношения, они ссорились постоянно, и крик в доме стоял до небес, но структура личности была у них очень похожая, так мне кажется. Слушайте, а как вам удалось разобраться в детях? Вообще вот в этой многочисленной такой семье? Детях, внуках, приемных детях и так далее. У меня такое ощущение иногда возникало. Вот я читал ее «Живой журнал», что она и сама-то, в общем, не очень разбирается во всем этом. Видите, это опять я не могу не вернуться к Евгении Семеновне. Дело в том, что у Евгении Семеновны было двое детей. И у Евгении Семеновны было двое внебрачных детей, потому что замужем она не была ни за одним из тех мужчин, которые были отцами ее детей. И в этом смысле Наташа полностью унаследовала эту биографию. В конце жизни Наташа выстроила совершенно гениальным образом семью. Она собрала вокруг себя, я уж не говорю про своих собственных детей, с которыми у нее были всегда очень хорошие отношения, но дело в том, что каждый из ее сыновей, и Оська, и Ясик, имели по первому внебрачному ребенку. Да. И она, проживя судьбу внебрачного ребенка, этих детей ввела в семью. И поэтому сын внебрачный Ясика, Артур,
был разыскан Наташей, привезен и введен в семью и как брат детям, которые родились уже позже. Точно то же самое произошло и с Осей, потому что Ося лет 18 тоже завел ребеночка. Так, между прочим, знаете, как это с молодыми людьми в те годы случалось, потому что проблемы деторождения как-то были оторваны от проблем контрацепции, скажем так, полностью. Вот. И поэтому родилась девочка Нюся, которую Наташа тоже разыскала и тоже познакомила со всеми детьми Оси и Ясика, и это семья. Диссидентов принято ругать, и они вообще многим не нравятся. Но дело в том, что та сексуальная свобода, которая в этих царила в этой среде, она была на самом деле единственной в те годы, может быть, доступной формы свободы. И отсюда довольно большое количество разводов детей твоих, моих и общих. И надо сказать, что это большая задача – разрешить ее таким образом, чтобы не страдали дети. И надо сказать, что урок этот, в общем, хорош. И это нормальное человеческое преодоление ревности, зависти, каких-то последствий конфликтов и ссор. Как бы мы говорим «нет», ставим на этом месте точку. Если позвольте, я вас процитирую. «Изгнание – почти универсальная судьба русского поэта». Вот мне кажется, что все-таки в случае Горбаневской это лучшая судьба. То есть, выбирая между очередной психушкой и колонией, а перед ней такой выбор стоял, да, лучшим выбором оказалась эмиграция. Ну, вы знаете, дело в том, что в сущности не было на самом деле выбора, потому что перед ней в этот момент действительно реально замаячил следующий срок. Понимаете, это были годы, когда мы прощались насмерть. Это каждый отъезд, это была такая форма похорон. И то, что произошло чудо, и мы в конце концов стали общаться, и Наташа приезжала сюда, домой. И мы приезжали к ней в Париж, к ней домой. И это было, конечно, такое возвращение с того света, потому что эта стена стояла, конечно, чудовищно тяжелая, мощная, и не было даже никаких надежд, что она когда-нибудь рухнет. Дело в том, что мир изменился. И сегодня возник совершенно новый тип людей. Это люди, которые уже абсолютно планетарные, которые могут жить здесь, могут жить там, и для них выбором места является принципиальным. Это место, где лучше работать, где ты более эффективен с точки зрения именно профессиональной деятельности. У меня большое количество друзей-биологов уехало за границу, в основном в Америку, некоторые в Израиль. И они работают, производя планетарный продукт, потому что лекарства, которые мы покупаем в аптеке, сделаны в неизвестно каких лабораториях, в самых разных точках Земли, в Гонконге, в Вашингтоне или в Тель-Авиве, а сидят там наши соотечественники тоже, среди прочих. Это люди, которые работают уже по запросам мира. И искусство в этом смысле, оно, конечно, первый язык интернациональный. Это музыка, это живопись. Сегодня можно даже сказать, что и литература, потому что сегодня переводы делаются мгновенно. И мы, так сказать, прикасаемся к литературным каким-то шедеврам и просто прекрасным книгам чрезвычайно быстро. Вот не нужно 100 лет ждать, чтобы перевели Данте сегодня. Ну, правда, да, да, понимаете? Конечно. И это чрезвычайно важное изменение в мире, которое не к нам, не нами сделано, но это просто такое движение цивилизации. И в этом смысле Наташа, конечно, была человеком очень русским, но вполне планетарным. Скажите, вы видите параллели между 25 августа 1968 года и второй половиной 2000-х годов? Я думаю, что ничего не повторяется. Буквально ничего не повторяется. Но как можно говорить о параллелях, когда в 68-м году на Красную площадь вышло 7 человек, а мы с вами свидетели того, как в 2011-2012 выходили сотни тысяч. И это нельзя не отметить. Поэтому ситуация изменилась. Отчасти, может быть, она изменилась благодаря тем 7 человекам, которые сделали это впервые и с колоссальным риском для жизни. Смелость сегодня дешевле стоит. Но все-таки дешевле.
Потому что, невзирая на то, что мы сейчас видим очень неприятную симптоматику во взаимоотношениях общества и государства, но, тем не менее, все-таки мы сегодня не дошли еще до жестокости режима. Ну, я не говорю даже про 30-е годы, но даже про 60-е и 70-е. Аналогии просматриваются, они бросаются в глаза иногда, но все-таки надо признать, что пока что, при том, что тренд назад, конечно, но пока что мы еще не там, мы все-таки еще живем в гораздо более мягком мире. Ну, Людмила Евгеньевна, подождите, но Сенцову дали 20 лет. Число погибших в сталинских лагерях до сих пор не учтено. Ну, это да. 6 миллионов, 16 миллионов или 26. Это все обсуждаемые цифры, и мы никогда не будем знать об этом. Может быть, благодаря таким людям, как Юрия Дмитриева, я имею в виду, мы масштабы этого злодеяния чудовищного будем себе представлять более четко. Вот. Но, конечно, то, что происходит сейчас, и я не говорю даже о процессе над Сенцовым чудовищным, и там, не знаю, у нас есть Кирилл Серебренников, и последние дела это нового величия запредельно кошмарные и зловещие, это все имеется. Но, понимаете, сегодня мы этих людей всех знаем поименно. И мы с вами выйдем на площадь, когда об этом зайдет речь. Я надеюсь, что зайдет речь о том, что нельзя детей вводить в такую ситуацию, такую провокацию чудовищную устраивать. Ну, мы сегодня с вами можем об этом говорить, и говорить об этом вслух громко и выражать свое к этому отношение. Ну, может быть, потому и чудовищнее эти истории воспринимаются, потому что мы знаем. А мы помним. Людей. Но дети-то эти не помнят этого. Дети не помнят. Да, это скорее знак для их родителей, чем для них, потому что они не понимают, в какую колею они попадают сейчас. Потому что им история 1937 года и политических дел того времени, им она малоизвестна. И то, что это провокация классическая, совершенно просто... Вы имеете в виду дело нового величия? Я имею в виду, конечно, новое величие. Да, конечно, это классика, это ГБшная классика, просто описанная сотни раз, всем известная, нам всем известная, а им еще неизвестная. Но теперь будет известно. Тем не менее, я все-таки считаю, что мир, в котором мы живем, он все-таки пока что еще в лучшую сторону отличается от того времени, в котором прошла наша молодость. И все время, когда я постоянно сталкиваюсь с очень тяжелыми настроениями, с депрессией, с мраком, я все время говорю: ребята, на самом деле не все так плохо. Нам досталось вообще чрезвычайно интересное время. И мы живем все-таки... Ну, немножко с ощущением, что мы немножко можем влиять на происходящее. Немножко, вот столько. До военные годы и в послевоенные годы человек совсем не мог влиять на общую атмосферу страны. И сегодня все-таки, мне кажется, что уровень осознания происходящего гораздо более высок. Это правда. Спасибо вам за этот разговор. Было интересно.